Друзья, всем привет! Вот и мы решили завести свой YouTube-канал, потому что, в принципе, пошла такая мода и тенденция на сдачу металлолома, на коп металлолома. Вот. Но так как мы этим долго занимаемся, мы тоже решили как бы показать, как все это происходит у нас. Сейчас вы видите как бы нашу кучу, одну из трех, которую мы накопили за год. Вот. Сейчас у нас 22 апреля. Цена в Сибири, в Красноярске варьируется от 18 до 20 рублей. Вот, как видите, еще зима на улице, в принципе. Но ничего страшного, через 2 недели, я думаю, мы сдадим, ну, как бы наш металл. Вот, так что не переключайтесь, следите. Сейчас мы еще покажем вам еще две кучи.